Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам, как из огурца сделать цепочку. Берем огурец и, естественно, сначала его помыть, вытереть. Берем нож. Если у кого-то есть такое приспособление, можно им процарапывать вдоль огурца полосочки. У кого нет, я покажу, как это делать ножом. Берете и делаете прорезь вдоль огурца, немножечко под углом, потому что нам нужно будет убрать эту полоску. И последняя полосочка у нас осталась. Как вы видите, огурчик у нас получился полосатый. Теперь срезаем кончик и начинаем резать на кольца. Вырезаем серединку. Каким ножом я вырезала? Это нож для выемки яблочной серединки. А теперь надрезаем колечко и вставляем одно во второе. Следующее. Надрезаем, все наши колечки соединяем. Получается такая цепочка.